Всем привет, я Алексей Сучков, и наконец-то я решил снять этот видеоролик про сандал. Да, наконец-то, да. Ну, если вы уже видели в Инстаграме фотки, то его было намного больше. Извиняюсь, на стол сюда не поместится. Поэтому оно внизу, да. В общем, сегодня будет сандал. Я не буду про него там что-то рассказывать, там что-то делать. Это просто как реклама будет. Если на этом видеоролике набирается где-то хотя бы 1000 лайков, то, конечно, не наберется, потому что я нубас. Да. Я вам сейчас себя покажу. То есть это реально высок. Смотрите, сколько его дофига. Вот. В общем, что за прикол? Я готовлю супер что-то такое крутое с санталом. Это будет просто очень офигенно. И если вы хотите на это посмотреть, набираем 1000 лайков. Именно 1000. Не 100, не 200, не 300 лайков, как я просил раньше. 1000 лайков. Если набирается на этом видеоролике 1000 лайков, выходит это видео про сантал. Я буду просто что-то... Можно сказать, буду варить его, потом буду его морозить, потом буду с ним что-то делать, и в конце я его выпью. Ну, если что-то придет не так, то не знаю. В общем, я готовлю что-то офигенно крутое с этим сандалом, пока что я вам план не могу рассказать. Так, в общем, как-то так. Это пока что все, что я вам могу сказать. Набираются лайки, сразу снимается видос, он уже снят, сейчас уже будет, останется мне только его выложить. Ну что ж, набираем 1000 лайков и потом уже будем думать, снимать или не снимать, выкладывать или не выкладывать. Набираем и все. Все. В общем, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Бас. Пишите комментарии под видео. Заходите в группу Nubas Company. В общем, всем удачи и всем пока.